Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Мы рады сообщить вам о старте уникального в своем роде Dodge-крана. В данной видеоинструкции мы расскажем все прелести данного проекта. Очень важный момент. На данном кране вы будете зарабатывать без каких-либо вложений. Итак, для заработка вам необходимо пройти простую регистрацию. На главной странице в верхнем правом углу есть две кнопки «Вход» и «Регистрация». Вам нужно нажать «Регистрация» и заполнить форму. В данные поля вам необходимо ввести все необходимые данные, то есть e-mail адрес. Вводите реальный e-mail адрес, вводите пароль, подтверждаете пароль, вводите простую капчу, ставите галочку, что вы подтверждаете, что это ваш единственный аккаунт в проекте, и нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Важный момент. В проекте реализована защита от мультиаккаунтов. Вход или регистрация с одного устройства более чем одного аккаунта влечет за собой автоматическую блокировку вывода средств, о чем пользователь при попытке вывода средств получит соответствующее уведомление на электронную почту, указанную при регистрации, и соответствующую надпись в кабинете. После создания учетной записи заходим в свой кабинетик. Нажимаем кнопочку «Вход», вводим свои регистрационные данные, вводим простенькую капчу и нажимаем кнопку «Войти». Вас автоматически перебросит в кабинет данного проекта. В данном проекте реализовано три вида заработка и множество бонусов. Первый вид заработка – это вот он наш кран, с которого накапливается в стакане наша Dodge Cola. И по вот этой кнопочке вы можете забрать накопившуюся Dodge Cola. Здесь в табличке отображается сумма, которая накопилась здесь. И по заполнению данного стакана накопление прекращается. Максимальное накопление – 3 дога. Второй вид заработка по кнопочке «Хочу еще». И третий вид заработка – это партнерская программа. Давайте поговорим о первом виде. Слева в информере отображается вся необходимая информация по заработку, а именно ваш баланс. Это баланс, доступный для снятия. Минимальная сумма для вывода – 20 доджиков, которые вы сможете насобирать довольно-таки быстро. Далее здесь отображается бонус за посещение. Бонус за посещение – это бонус, который прибавляет каждый день по 1% за каждодневное посещение. И так до 100%. Давайте рассмотрим на примере. Вы заходите на кран, допустим, 10 дней подряд. Бонус за посещение у вас составит 10%. Если вы со стакана забираете накопленную сумму, например, у вас здесь накопилось 3 дога, вы опускаетесь ниже, вводите капчу и нажимаете кнопочку «Забрать». Данная сумма, которая здесь была накоплена, в вашем случае, допустим, 3 дога, будет добавлена на баланс с учетом этих 10%. То есть на баланс вам упадет 3,3 дога. Соответственно, если бонус за посещение будет равен 100%, то на баланс вам уже упадет не 3 дога, а 6 догов. Также этот бонус за посещение отображается вот в этой мензурке. Есть еще один интересный момент. В течение 100 дней, если вы заходили на кран регулярно, ежедневно, помимо бонуса за посещение, вы получите через 100 дней бонус в виде 500 Dodge Coins. И через 100 дней цикл отсчета начинается заново. Если вам мало этого заработка, то второй вид заработка вас уже должен удовлетворить. Переходим по кнопочке «Хочу еще» и попадаем на страницу дополнительных бонусов. Данный бонус раздается раз в 5 часов. Для получения его вам необходимо выбрать один из вот этих вот стаканчиков. В каждом стакане находится от 1 до 4 догов. Выбираем, допустим, этот. И обратите внимание, вы успешно получили бонус в размере 2 доджика, умноженный на 1,39. 1,39 – это бонус дня. Бонус дня – это коэффициент от дохода рекламы за прошлые сутки, деленный на сумму отданных бонусов. Если бонус, допустим, больше 1, ну как вот в данном случае 1,39, то для пользователя это хорошо, потому что со стакана вы получаете со множителем 1,39. Но если бонус дня меньше, например, 0,8, то есть меньше единицы, то это значит, что просто на сайте никто не кликал по баннерам, ну или мало кликали. Соответственно, в этом тоже нет ничего страшного, просто ваш бонус данного стакана будет 80% от суммы, которую вы, допустим, забрали в стаканчике. Ну и, собственно, третий вид заработка – это заработок на привлечении партнеров. В верхнем левом углу вы можете найти вашу реферальную ссылочку, нажав по кнопочке «Узнать». Обратите внимание, реферальные начисления – это 5% от вывода партнеров,
Соответственно, делитесь ссылкой с вашими друзьями, размещайте в соцсетях, привлекайте партнеров и зарабатывайте дополнительные 5% от ваших партнеров. Ну и напоследок, желаем вам огромных и приятных заработков на данном проекте. Всем удачи!